Историю, как известно, делают люди своими поступками, свершениями и достижениями. Сегодня в зале лучшие представители Искитимского района, его золотой фонд, его живая история. За свой многолетний добросовестный труд они были удостоены высокого звания «Почетный гражданин Искитимского района». Каждый наш почетный гражданин, самый достойный, внес огромный вклад в развитие экономики. Поэтому мы с вами должны знать этих людей, знать, что было сделано, вам продолжать это все начатое и вам создавать то благосостояние нашей малой родины, ребят. Звание «Почетный гражданин района» учреждено 12 лет назад. За это время такой особый статус получили 25 человек. Среди них Татьяна Парфенцова, единственная в Новосибирской области женщина, глава района. Она занимала эту должность с 1987 по 2004 год. Это были самые тяжелые для страны переломные 90-е годы. Сейчас Татьяна Михайловна работает помощником депутата, председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкиева. Все, чего мы достигли, как раз сделали те люди, которые здесь сегодня, которых среди нас нет. Самые рядовые, обыкновенные наши труженики. Рабочие, колхозники, инженеры, руководители. Каждый гражданин России, он все-таки должен быть большой буквы гражданином и гордиться тем, что он живет на этой великой, русской, могучей земле. Нелли Алексеевна Белова многие годы возглавляла Искитимский комсомол. Сегодня она с гордостью рассказывает о делах полувековой давности, в частности, о книге с посланием для потомков. Дорогие комсомольцы 2017 года, жители самой счастливой планеты Земля, любите свою родину, высоко несите звание комсомольца, берегите мир во всем мире и будьте счастливы. Сегодня нет комсомола, но ветераны уверены, что нынешняя молодежь – достойная им смена. Почетные граждане Искитимского района убеждены, что такие встречи помогают укрепить преемственность поколений, передать молодым жизненный опыт и знания истории своей малой родины.